Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Ворм, и это игра под названием Party Hard, которую мы сегодня посмотрим у меня на канале в виде летсплейчика небольшого. Игрушечка вышла в 2015 году. Основная суть ее в том, что живет сосед, ну, не сосед, человек, у которого все время под окнами какая-то херня происходит, там постоянно какие-то вечеринки подростки устраивают, еще какую-то херню, веселятся, орут, короче, как я обычно. Видосы записываю по ночам, да и соседи у меня, наверное, не очень меня любят, скорее всего, ко мне когда-нибудь такой же чувак придет, но суть в том, что он идет их, короче, убивает всех нахер. Вот. И сегодня мы на это посмотрим действо, как оно все происходит. Окейшки. Ага, загрузочка. Игрушка пиксельная инди. Меня зовут инспектор Джон Уэст. Я был... Не спешите, мистер Уэст. Дышите глубже. Хотите выпить? Виски со льдом. О, виски со льдом. Неплохо, мистер Уэст. Да пошел ты! Меня зовут инспектор Джон Уэст. Я был офицером в команде расследования дела кровавых вечеринок. Могли бы вы рассказать мне об убийствах на кровавых вечеринках? Это были серийные убийства в США во время осенних каникул 2000 года, проходившие только на вечеринках в домах и их округе. На вечеринках на крышах, на вечеринке на яхте, неважно, этот парень вырезал толпы на своем пути. И какой у него был мотив, мистер Уэст? Он не мог поспать, наверное. Этот парень... Он всего лишь хотел тишины и покоя. Инспектор, может, вам стоит начать историю сначала? Это поможет нам лучше понять, с какого момента все пошло не так. Блин, саундтрек здесь классный. Хотя, похоже чем-то на Hotline Miami. Очень сильно, но это не Hotline Miami. Используй А, ВСД работает. Окей. Нажмите Е, чтобы убить, пока никто не видит. Двигайся к барбекю, нажми пробел, чтобы активировать ловушку. Нужно войти ближе к жертве. Взрыв. Жёг нахер. Так, мужик убежал. Убей оставшихся. Хдыщ. Полиция позаботится об этом? Хдыщ. Не позаботится. Ты не успел вызвать. Блин, музончик здесь классный на самом деле. Прикольно, прикольно. Сам для себя вечеринку устроил. Наконец-то я посплю, типа высплюсь, да? Окей. То есть такого рода у нас игра. Это он, да? Один из моих офицеров откликнулся на вызов, поступивший из района Северного пляжа. Это был конец апреля, и обычная кучка студентов из колледжа в округе напилась до чертиков вместо подготовки к выпускным экзаменам. Если бы эти глупые ублюдки знали. Блин, саундтрек классный, вообще огонь. Мне нравится. Ёб твою мать. Цель убить все. Да вы гоните, что ли? Тут их дохера. Вы чё? Да вы угораете. Так, на шифте можно бегать, окей. Так, он, вижу, туда можно залезть, да? Пробел перелезть. Хлобысь, минус один. Эй. Спалил труп. А как он так быстро вызвал-то? Убийца! Все, у меня, походу, жопа, да? Меня сейчас повяжут, смотри. А копа я не могу убить. Вы арестованы. Бум, дубинка по башке. И забирает. Enter, заново начать. Смотри-ка, сложно получается, однако. Окей. То есть, если тело видит, то... Херово. Вон там уснул какой-то чувак. Окей. Саундтрек классный. Вон диджей играет. Так. День добрый. А сломать плиту. Сейчас... Бомбанет, да? Где здесь гребный телефон? Увидели тело, да, получается? Сломать как-то щит. А тут, получается, прям подготовиться можно. Так, я могу сразу ресет нажать, нет? Окей, хватай меня, коп. Чувак угорает здесь, прикольно. Бум, дубинка, нормально. А там что-то спрятано, смотри, малга. И здесь что-то спрятано. Бастет. Окей. Это сложно. Неожиданно сложно. Нужно прям все подготовить, получается, прям вообще кардинально прям. Хорошошечки. Позвонить можно? Куда? ОМГ. Лимузин какой-то приехал, смотри. Спрятать тело можно. Окей.
сломать плиту. Электрического теперь нет, смотри, тут постоянно все меняется, что ли, или что? О, они все в кучу собрались. Они, смотри, они все там прям. Поднять тело. Спрятать тело. А, они и сразу не видят, получается, да? Окей. А можно взорвать вот эту всю херню нахер прям вообще? Заблёванная ванна. Сейчас звук сейчас был. Допустим, как мне вот тут всех убить? Бакер какой-то, смотри, бордатый. Отравить еду. Копы, нам нужно вызвать копов. А, взорвалась это. Я понял, херня. Плита все-таки взорвалась, понятно. Непонятно. Тут нужно прям все четко делать, да? А копы, смотри, расследуют. Ох, ебать. Это морепродукты? Я умер. Я взорвался тоже. Ну, блин, это сложно. То есть копы, если меня не засекли, то копы едут не на меня, а просто расследовать дело, получается. Прочитай газету. Используйте свое оружие мудро. Окружение мудро. Типа рикошет можно, да? Или что? Что здесь лошадь делает, блядь? Что здесь делает, сука, лошадь? Напугает лошадь. Ой, блядь. Ха-ха-ха, блядь, она меня убила, нахуй. Сука, охуенная игра. Так, электрощиток, короче. Толкнуть жертву в огонь можно. Это слишком палевно. Как я тут всех убью-то? Вы что, угораете, что ли? Спрятать тело можно там. Почитай газету. Бомбе нужно много, немного времени, чтобы взорваться. Но у меня нет бомбы никакой. О! О-о-о-о! Да бля... Я вырубился. Ебать, и вы что, вы не видите это мясо? Они не видят мясо, прикинь. Они просто все сдохли нахер. Что тут блестит? Сруби дерево. Хуя он дерзкий. А тут, наверное, можно тело спрятать, да? Да. Да им похер вообще, они, блин, упоротые в хламину, короче. Он меня не видит? Увидел. Все, меня сейчас повяжут. Бежи меня, давай. Давай. Ресет. Блин, это сложно, слушай, это совсем прям сложно. Это я как-то должен угадать? Плюс она еще рандомно генерится все время. И что-то как-то жестко. Блин, теперь нету тележки. Зато есть мотоцикл какой-то. Клоун, блядь, стоит, курит. Так, я когда звоню, какой-то лимузин вызывается. Сломать объект. А, нет, теперь какой-то джип вызвался. Задавил нахер. Смотри. Так, еще можно позвонить, вызвать. Получить вещь. Яд. Копы, нужно вызвать копов. Типа, что произошло-то? А я хз, меня сейчас будут вязать или что? Они типа просто расследовали и все. С пультом ничего сделать не могу, да? Или могу? Я не могу. Так, звонок, это мужик ходит. Что он от меня хочет? Как обычно, говорит. Что ты хочешь от меня? Сват приехал, отдел по борьбе с наркотиками приехал, смотри. Ой, я сейчас сватовцу взорву. А кто меня вырубил? Чё, за что? Я сдох? Я сдох, походу. Ладно, так. Странная херня, короче. Сложно это, сложно. Так, шифт кончился у меня, я так понимаю, да? Так, запустить двигатель. Вом, просто в мясо. Этому чуваку похер вообще. Хлобысь раз. Хлобысь два. До свидания, панк. Хлобысь три. Так, окей, допустим, что тут? Тут что-то можно сделать. Пролезть можно, да? Давай вот так сделаю. Вот так. Херакс. Минус два. Какая нахер полиция? Что случилось-то? Меня не спалили, все хорошо. О, там любовнички, смотри, пойдем любовничков заберем. Любовничков мы сейчас заберем, двоих разом, смотри. Даблкил. Нет, нельзя. Даблкил не работает, хорошо. Wait, all will be fun. Открыто достижение. Копы все уехали. Нормально. Сейчас еду мы отравим, короче, еще. Взрыв. Еда отравленная. Ну там я, походу... Что это такое?
что-то валяется просто. Никто не видит, главное, то, что я в маске еще хожу, да? А можно там машину угнать, типа, копов, нет? Походу, нет. Нужно ближе к жертве подойти. Сейчас уедет. Все, я вызываю легавых. Меня увидел, типа, или... А, труп увидел, окей. Скорая приехала, смотри, что-то делает. Где-то морепродукты, спрашивает там какой-то чувак. Так, меня спалят, походу. Блин, медик идет. Блин, тут пролезть не могу. Я сейчас рублю. Заметит меня? Чё он пинал? Он тело пинает. Пинал тело, короче, убежал. Нормально так. Так, вот сейчас эту сейчас кокнем. Минус. Так, вроде не палит никто. Оп. Так, вроде никто не палит. Чик. Блин, тетка ушла, жалко. А, вяжут, смотри, ковбой повязали. Почему ковбой повязали? Из-за чего? В мешок засунул. Застрел засунул в мешок, нормально. Так, окей. Допустим. О, черт. Так, что с вами-то делать? С оставшимися. Бля, палят. Убийца, помогите. Бля, он меня сдал, сука, секунд. Меня секунд спалил, прикинь. Сдал меня, сука. Блин, а так хорошо все шло-то, ты смотри. Охуенная игра. Блин, здесь надо ресетить сразу, получается. Там можно сразу ресет заново, да? Я хочу, чтобы здесь была эта тачка. Она очень удобная штука. Блин, и чтобы еще был этот... То, что отравить можно. Ой. Заново еще раз. Надо, чтобы они травились, короче, чтобы машина сбила. Блядь, травить нечем-то, и машины нет, сука. Заново. А он прям, он все время одним и тем же образом ресетит, смотри, сука. Так, я могу типа сделать вот так? Сломать. Это гей, что ли? Все нормально, успокойся. Так, парочка еще идет, смотри-ка. Сердечки вижу. Твою мать, говорит байкер. О, черт, спалили, да? А тело увидели, охереть. Допустим, ладно. Ой, смотри, шлюха. Голая ходит. В одних трусах, да? Или лифак там есть, непонятно. Так, ну тебе пизда, короче. Я не знаю, ты покурить вышла или нет, но тебе плохо сейчас будет все. Парочку в туалете надо сейчас застукать. Минус. А спальня, смотрите, они термет не производят. Блин, вот, вот тут парочка сосется, блядь, с обоссанным бомжом. Нормально вообще. Так, поджечь. А чё она выжила-то? Какого чёрта? Музончик такой ещё весёлый играет, вообще не могу. Блин, это меня спалит. Поднять тело? Оно же не тело, она же живая еще. Просто спит. Ладно, допустим. Так. Зажигай. Зажигай, блядь, сука. Бля. Блядь, ёбаные копы сбили, сука. Сложная какая игра, капец. Капец. Блядь, надо хотя бы этот уровень пройти. А то жесть вообще какая-то. Просто жесть. Комбо, сука. На меня спалит все. И я не могу копа зарезать, это тупо. Вы арестован. You are under arrest. You are under arrест. Нечестно то, что копа нельзя убить.
Во, теперь это что? Во! Во! Вот тут мы сейчас должны пройти. Сейчас мы тут сразу кучу ливанем, смотри. Ща все будет. Ща все будет, смотри. И задрот этого завалим. Мы диджея тоже убьем. И парочку ту завалим тоже. Блин, мало пока народу. Что это такое? Капкан есть, нихуя себе, блядь. Так, чувак, тебе до свидания. И тебе до свидания. И вам до свидания, ребят. Просто в минус вся улица в минус ушла. Допустим. Так, что теперь? Огнедушитель сломанный. Еда отравлена. Здесь пролито все. Здесь взорвется. Так, пока меня не вяжут. Расследуют дело тела. Дело тела. Взрыв, бабах, сука. Сейчас тут еще будет бабах. Не знаю, кто вызывается, пусть вызывается. Тут что-то делается. Поломать книжный шкаф. Все нахер взорвалось, смотри. Пожарники приехали, сейчас тушить будут. Еще мы кого-то вызвали, не знаю кого. Так, так, так. За мной вот какой-то чувак ходит, я не знаю, что он за мной ходит. А он за меня, да? Я не могу его зарезать. О, жиробасина пришел. Окей, допустим. Блин, их слишком много еще. Еще, сука, еще 22 человека. Капец. Я так не успею нихера. Потушили огонь, короче, весь. Вон парочку в туалете сейчас заберем. Это море продов, сука. Она сама собой сосется, что ли, да? Пока. Музыка, как в этом, как в Крике. Нефиг самой собой сосаться. Это вредно. А куда он труп тащит? Куда он труп притащил? Хуяк. И что со шкафом делать? Почему там шкаф вообще? Для чего? Для каких целей? Так, пока меня вроде не спалили еще, да? Окей. Реально, похоже очень на Hotline Miami, только в режиме, в жанре стелс. Прикольно. Так, полиция. Опять что-то там спалили, какое-то тело. Так, аккуратно, сейчас не собьют еще. Спокойно все. Тут еще одно тело. Офицеры должны это увидеть. Иди сюда скорее. Иди, беги, звони. Беги, звони скорее. Скорее, скорее, беги, звони. Красавчик. Копы не могут остановить эту вечеринку, но я могу. Я могу это сделать. Только вопрос в том... Что еще надо сделать-то мне? И как? Так, вон тот чувак пошел налево. До свидания. Так, менты все, уезжают, походу, да? Да, менты уехали. Так, вы куда направляетесь, леди? Можно я с вами пройдусь? Пойдемте там это. Черт, не получилось. Не получилось ее это, удавить там. Так, вот тут чувак собирается выходить. Нельзя дать ему это сделать. Блять. Спалил меня или тело? Тело спалил, не меня, заебись, это хорошо. Так, офицер сейчас пойдет смотреть еще другие места. То есть эти значки позволяют нам увидеть, что палит офицер. Хорошо, хорошо. Блин, вы что-то там по углам как-то херово распределились. Как я вас теперь убивать-то буду, остальных? Больше отравлять не могу. Тут больше ничего сделать не могу, только деревья срубить, там никого нету. Так, уехал коп. Леди, пройдите, пожалуйста, вперед. Вы мешаете в закрытой двери. Бля, и что теперь делать? Они просто могут побежать к двум телефонам. То есть если начну вырубать, то херово будет. Я не смогу все сразу вырубить. Надо следить за тем, кто выходит, короче. Так, байкер куда-то пошел. О, дамочка, нам с вами по пути. Блядь, нет, не по пути, сука. Байкер. Добрый день, как погодка? Мне тоже не нравится.
позаботиться... А, тело спалили, вот это я понял. Она позвонила, короче. Но, блядь, она вышла обратно. Сука! Как же вас, блядь, ловить-то? Слишком дохера еще народу осталось. Меня так спалит. Вот эта сука меня спалит. Сейчас надо быть очень аккуратным, потому что осталось очень мало народа, сука. И хочется пройти уровень. Они, блядь, что-то тусят, они вообще упоротые в хламину, короче. Ебланы, блядь. Чё у вас зависло-то, блядь, в углах-то, я не пойму. Блядь. Вы будете ещё куда-нибудь ходить или чё? Party hard, сука. Я ещё не знаю, на какое расстояние они видят вообще. Прямо совсем чуть-чуть осталось. Так, ты на балкон, да? И ты с ней? Бля, спалили тело еще. Сука. О! Здрасте, кровать, смотри. Blood cover. Блядь, спалили этого еще теперь. Ну пусть забирают, хули. Мне похер, я танцую. Я тут не местный, я просто пришел на вечеринку потанцевать. Мне весело и хорошо. Замечательно. А что это такое? Чё у него за таймер? Чё у него на этой, над головой, я не пойму. Он отравленный, типа, от еды или чё? Чё за иху? Чё за что? Ебать, смотри, что творит, блядь! Ох, бать! Ебать ты, сука, блядь, чё отмочил? Красавчик, блядь! Подрались они с чувачком. Я боюсь, мне страшно, там, блядь, чувак какой-то буйный. Арестуйте его нахуй. Он мудак, он избил, я свидетель, я видел. Я видел, этот пиздик, вы... Ну чё вы его-то не забрали? Бля. Блять, нужно было туда вниз выходить, пока там она одна была. А, ладно, нормально. До свидания, раз. И вам до свидания тоже. Фух, осталось четверо. Блять, упарывается, смотри, мужик вообще. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Нормально. Так, успели я их так замочить, интересно? Походу, да. Бля. Да нет. Блядь, нет, сука, спалила меня, мразь. Я не арестовал. Ха-ха, быканула, смотри. Ей, у меня вечеринка, мне похуй, что меня арестуют. Я зато теперь могу выспаться. Отлично, отлично. Барбекю-пати пройдено. За 7 минут, типа, единожды, но мы проходили неоднократно, пытались всё пройти. Побег 0. Окей. То есть от копов можно еще спрятаться. Вы прибыли на место преступления после того, как нападавший сбежал, верно? Немного позже, 3 часов, да. Мистер Вест, вы знали о его текущем психическом состоянии? Его психическом состоянии? О его помешательстве. Кровь омывала его руки. Казалось, будто кто-то другой вел его вперед, пока яркий свет освещал ему путь. Я слышал, что этот яркий свет, как вы сказали, был всего-навсего кучкой байкеров-отбросов, которые искали заблудшие души. Думаю, он должен был зацепиться за них, чтобы... Возможно, это было тогда, когда они поняли, что вечеринка закончилась. Простите, Цикламбу. Говоря о смерти, мистер Вест, раз ваша дочь Кэти была на вечеринке? Увидев, что ее кровь разбрызгана по всей ванной, я ощутил себя так, словно кувалда ударила по моему желудку. Мне казалось, что это оно без воды. Господи. Она была так обезображена, что я с трудом смог идентифицировать ее целое тело. Это он говорит, походу, о той девке, которая шлюха была, короче, которую убили. Ну, ладно. Окей, доп. Уровня это мастерская, скорее всего. Теперь у нас байкерская вечеринка, о которой, видимо, сейчас шла речь. Тут какие-то еще есть другие чуваки. Какие-то чойсы. Ну, давайте глянем, что. А, персонажа можно еще открыть. Парень всего-навсего хочет немного выспаться. Какой-то коп. Еще кто-то, смотри, ковбой какой-то. Надо быть быстрым или мертвым, выбор твой. Но обычно у парня, который хочет выспаться. Я похож на такого. Правда, я не убиваю людей. Кроме этой игры. О, это жесть. Ферма какая-то, смотри. Булзай.
Лошадь можно там использовать, прикольно. Так, здесь кнопка, да, открывается? Блин, классная здесь музыка. Там какой-то чемоданчик, я вижу. Он типа сам сгорел или на меня вызовут все-таки? Получить вещь, что это? Запасная одежда. А как F использовать? О, меня теперь не спалит, типа? Охуеть. Охуенно. То есть тут еще можно маскироваться, типа. Прикольно. Там ружье, смотри. И топоры, бля. Бля, использовать нельзя, жалко. Официанты какие-то. Ну, отравить еду. Типичное. Сейчас зажжем. Здесь еще вам танцпол. О, прилег поспать, красавчик. Так и надо. Куры свари, блядь, петухи, блядь. Блин, музон здесь великолепный просто вообще. Мне нужна жертва. А тело можно там спрятать, да? Блин, розовые штанишки, это, конечно, модно, вся херня, но что-то как-то не. А где телефоны вообще? Вот здесь телефон я вижу один. И все, один телефон только, что ли? О, ну тогда вообще легко будет перекрыть проход им. Блин, музыка великолепна, на самом деле, вообще. Просто огонь. А, здесь еще в дверь есть вторая. Блин, сложная игра. Сложная, короче. А-а-а, все бегают, орут. У тебя что на башке, чувак? Почему у тебя глаза светятся? Ты король лич? Он еще один такой же. И панк опять этот, который избивает людей. Я же тебя убил уже, чувак. А что там с ним случилось? Он там сдох-то, не помню. Отравился, что ли? Да, походу, отравился. Так, можно я вами займусь сейчас? Чик-пык. Пока никто не видит, нормально. Блин, саундтрек просто огонь, вот, вот честно. Саундтрек просто суперский. А хули ты меня орёшь-то сейчас? А, он тело заболел просто, и все. Давай сюда иди, выходи, выходи, выходи. Ну выходи, чувак. Сука, не выходит. О, вот там огонь потушили, можно теперь туда зайти. Ох, ни хрена тут, прикинь, что есть, потайной проход, охереть, вот это классно. Так, дама, 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 стойте, стойте, пожалуйста, я хочу вам кое-что сказать, на ушко. О, меня спалил? Да вроде нет. Не, все отлично. Куры, смотри, что творят. Эй, лошадок с тобой хочет поговорить. Сука, не хочет. Опачки. Опачки. Как я тебя пропустил-то вообще, а? О, я курицу зарезал. Я не хотел курицу зарезать. Блять, я убийца куриц, сука. Комбо, блять, за убийство куриц. Охуеть. А он и куриц тоже хочет зарезать? Не, не в счет ему не... Ну, в очки идут, то в убийство не засчитываются. Так, тут кто-то у нас прикорнуть решил, да, я смотрю? Думаю, ты уснешь навеки. Блять, нет, спалит чувак вот этот. Блять, там какая-то влюбленная еще стоит. Бля, что ж вас так много-то? О, вижу, кто-то хочет выйти наверх. Нет, не хочет. Сучка! Эй, дайте музыку, верните. Вызывает копов, да? Я тебе вызову, блядь, копов, сука. Блядь, вызовет, да тут же еще дверь. Блядь, музыка огонь вообще. Они ее задавили, она же просто спала, они ее задавили нахуй. Так, меня так не заметит вроде. Да. Ковбой, ковбой, стой. Ковбой, иди, шутку расскажу смешную, ковбойскую. Ему не понравилось. Блин, музыка просто великолепная. Если, наверное, вот этот
Вот эту музыку в саундтрек добавлю, по-любому. Опять спит, смотри, тварина. Спать на работе нельзя, сука. Кто не работает... Кто не работает, тот не ест. Игра за... И опять. Хз, почему она виснет? Так, окей. Идите сюда, ребята, здесь тоже весело. Здесь есть медведь. Блять, спалили. Еще. Это уровень подозрения, может быть, какой-нибудь? Или типа того... О, баба вышла. Да чё ж с этой игрой-то? Она чё-то виснуть начинает теперь. ХЗ почему, без понятия. Ну, короче, игрушка из себя представляет что-то вроде Hotline Miami, только в жанре стелса. И это очень круто. А разработчики другие, но очень похожи. Да что ж игра-то подвисает-то постоянно, я не знаю почему. Началась такая же херня, как с Assassin's Creed, короче. Блин, у них два выхода есть к телефону. Там долго бегать, здесь недолго. Но я не успею всех забрать. Нужно ждать теперь. А что такое, почему это я сквозь него прохожу? Кто это, блядь, такой? Что это, блядь? Что это такое? Рыцарь на овце, блядь. Овцеёб ебаный, блядь. Что это было? Тут еще пасхалки, короче, есть, охеренно. Как вас убрать остальных-то, ребят? Вас шестеро осталось, они хотят выходить, что делать? Блять, тут все-таки телефон был? Все, я прошел, иди нахуй. Можешь ловить, но у тебя не получится. Я зажгу один в этом прекрасном месте. Вот, в общем, под эту веселую и жизнерадостную музыку, под то чувство, что ты можешь наконец-то поспать, даже если ты в тюрьме, мы закончим досмотр этой игрушки. Она прикольная, она подходит для стрима. Скорее всего, может быть, когда-нибудь, если я стрим возобновлю, то она будет заснята. А на этом мы пока заканчиваем. То есть игра чистый Hotline Miami. В том же самом стиле 90-х или 80-х. Я не помню, какой там точно более подходит. Но в жанре стелса. Очень круто сделали, мне очень понравилось. Вот. Но проходить полностью для канала я ее не буду, потому что она, ну, интересная, но однообразная, что ли. Хотя веселая, довольно веселая. На стрим подойдет для прохождения? Нет. Вот, никогда не убивайте людей, это очень плохо, это карается либо смертной казнью, либо пожизненным заключением. Вот, короче, на этом мы тогда заканчиваем, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео, всем удачи, всем пока.